Итак, привет, дружище, у меня очень важное объявление, и я очередной раз буду ныть и просить, но с Ютубом происходят какие-то проблемы, даже если не считать того, что моя рожа становится все менее интересней для зрителей, но тем не менее, пожалуйста, проверьте колокольчик, приходят ли у вас уведомления о выходе моего нового видео. Вот зайдите в колокольчик и поставьте там присылать все уведомления и так далее. Потому что видосы как бы вроде выпускаются, они какую-то, не знаю, 1000 просмотров набирают, а потом все, они перестают куда-либо идти и просто остаются на канале. И даже если уведомления не приходят, все равно, ну, просматривайте, пожалуйста, какие видосы выходят на канале. Как бы вы можете просто на канал зайти и там уже, перейдя вкладку видео, увидите какие-то мои сраные высеры, в которых я вас постоянно о чем-либо прошу. И сейчас также не забудьте поставить лайк. Это очень важно. Ну, кому важно мое психологическое равновесие, если вы не хотите, чтобы я тут плакал такой, вот это вот, знаешь, как бы, потому я был бы весьма благодарен. Хотя, знаю, вот эти вот тоже нытье постоянное там у многих ютуберов, о, Ютуб, там, блядь, Ютуб, мои видосы никому не показывают. Нет, я, конечно, отчетливо понимаю, что и Битва замков умирает, и как бы и мой канал вслед за Битвой замков умирает, но тем не менее, ребята. Ладно, я нахожусь на аккаунте игрока под ником просто Сержант. Кто сидит на моих стримах, там, где я зажравшийся, вот, не отвечая на вопросы подписчиков, вообще охреневший, там, матерюсь, быдло, вот это вот все, да, ребят? Кто сидит на стримах, те должны знать, может, видели зрителя, моего подписчика под ником Funny Wolf, вот это его аккаунт, кому интересно. Он давно уже просит, чтобы я ему паролил героев, но фишка заключается в том, что у него, как и у всех, стандартно не хватало Мисс Магия, Пепельная Матрона, да, и, как я понимаю, Берсерк. Но пока он ждал, того, что я ему паролю, ему с бесплатной попытки, реально с бесплатной попытки, он мне там присылал скрины, взяла и выпала Мисс Магия. Друзья, с чем я и хочу Сашку поздравить, его, кстати, тоже Сашкой зовут, вот, все Сашки офигенные, да? А? Сашке лайк поставьте. Так, ну и Димы, да, и Пети, и Егоры, ну вот, и Лена, и Катя, и даже Евлампии. Ладно, окей, Мисс Магия, сейчас я вам расскажу просто, чем я сегодня буду на этом видео заниматься. Короче, выбил на халяву Мисс Магию. Вообще, в этом месяце какая-то странность произошла у разработчиков, они взяли абсолютно бесполезного героя, сделали донатным. А героиню, которая, ну, будет актуальна для многих аккаунтов, она супер саппорт, они сделали бесплатный, так еще и не понизили шанс на выпадение этой героини, как у Мастера Рун. То есть она из бесплаток падает, она и так падает, и я бы сказал, достаточно неплохо падает, потому что я уже забыл вообще то время, когда у меня получалось, ну, достаточно часто так вот выбивать нового героя. Короче, выбил он новую героиню. Наша задача сегодня будет какая? Взять ей наролить созвездие. У нас на это есть 50 тысяч самоцветов. И те самоцветы, которые останутся, друзья, мы будем тратить на попытки выбить таких героев, как я понимаю. Я же должен все понимать. Пепельная Матрона и Берсерк. Да, ребят, все абсолютно стандартно. Ну, как мы знаем, Ребзя, вот, что рандом, он такой, злой, особенно в плане созвездия и особенно в плане роллинга Мисс Магии, потому что я уже не от одного человека слышал, что что-то как-то очень дорого для Мисс Магии собрать уклон нормальный, и не забываем, да, про мой аккаунт, когда у меня до сих пор там 4 только пятых уклона, это достаточно грустно. Ну, в принципе, я должен был вчера на стриме их доролить, но я забыл. Вот. Так, окей. Что у нас тут получается? Где она? 15-й прорыв. Что-то у Сашки тут вообще с прорывом груз. Подожди, он говорил, что у нее там везде 15-й прорыв. А, стой, тут вообще целая куча героев с 15-м прорывом. А, вот оно что. А, маленький раздуватель силы.
Вот, мисс Магия. А какого героя там показывал вообще? Он вот собрал, как у меня. Окей. Созвездие. Так, ну что, давайте пытаться выбить уклонение. А, тут уже стоит пятая. Давай тут пытаться. Так, окей. Пошли. А, точность. Ну, как назло, сейчас будут сыпать просто пятые точности. Так. Начало пока грустное. Вообще, знаете, что грустно? Грустно созвездие ролить, к примеру, на бездонатном аккаунте. А кого же я там смотрел с огненной защитой? Короче, уже все, с ума схожу, путаюсь. Эй! Ну, тут реально, смотри, вот тут как бы пятый уклон решил вообще не... О, вообще не падать. Ну, упал. А, первый друзья... Стой, там еще что, второй? А, нет, это крит-удар. Первый пятый уклон упал. Так. Дальше. Так. Атака. Три пятых атаки упало. Офигеть. Просто... Ой, блин, подождите. Ай! О, бесплатная попытка, давай ударим. Ничего не выпало. Так, что-то я нервничаю. Не знаю, что нервничаю вообще. Вот она, мисс Магия. Вот у нас судьба. Снаряжение, созвездие. Так, давай. Где еще? Еще, знаешь, Сашка такой, ну, там на 30 тысяч пароль героев, а на оставшиеся 20 тысяч пароль созвездия. Я говорю, слушай, тут созвездия как бы падают через одно пукательное место. Давай лучше изначально попробую самоцветы потратить на созвездие, а то будет такая же, вроде и хорошая, а вроде бесполезная мисс Магия, как на моем аккаунте, да? Вот, а оставшиеся уже самоцветы мы потратим на героев. Ну, смотри, выпало две пятые атаки и четвертый уклон. Отлично просто. О, еще пятый уклон. Ну, аллилуйя. Аллилуйя. Всего лишь 5000 потратили. Давай, пятый уклон. Третий выпал. Так, запись поставил. Вот только сейчас глянул, типа, а запись-то вообще стоит? Не стоит. Давай. Если, конечно, мы за 30 тысяч соберем уклон, это будет мега удача. Если мы за 20 тысяч соберем уклон, то этого прям вообще. Просто жесть. Ну просто жесть. Эй, рандом! Но это не серьезно. Это мы еще пока по 165 самоцветов ролим. Это мы пока еще недорого ролим. Давай. Просто трэш. Просто я... Подожди. Ну это четвертый, да. Я чуть не нахожу слов, друзья. Камон. Ну как бы вообще. Ну типа серьезно. Вот прям вот так вот, да? Просто где уклон пятый? Как бы реально, мисс Магию дают, а собрать ей уклон разработчики не дают. Это прям удивительно. Прям вообще шикарно. Я... Пятый уклон. Я уже чуть не пропустил, знаешь. Так, на три пятых уклона уже потратили больше 10 тысяч. Ну, 11 тысяч где-то потратили. Подожди. Так, все, закрепил, все нормально. Уже по 200 ролим. Уже ролим по 200. Уже как бы дороже. Уже сейчас самоцветы будут уходить быстрее. Давай. Пятый уклон. О! Отлично. Слушайте, давайте я не буду использовать скидку. Ну,
Блять, или конечно можно, но... Ну реально, а вдруг не выбьем? Ну хотя, ну давай. Смена созвездий. Ну это тоже, знаешь, я ж не верю в заговоры. Чё мне, типа, сразу в заговоры верить? Давай судьба, снаряжение. Просто иногда кажется, что когда используешь скидку, шанс в 10 раз меньше становится, знаешь, типа. Воспользуйтесь скидкой, нихера не выбьете. Ну как обычно, вообще, в принципе, скидки это... Скидки придумал дьявол. Ну, потому что зачастую это обман. Так, четвертое уклонение нам не катит. Ну давай пятое, дружище. Нет. Пятый уклон дай. По-быстрому, мы еще тогда паролить сможем. Ну пока, конечно, жаловаться все-таки не стоит, потому что пока ровненько идем. Пока ровненько идем, еще нормальное количество самоцветов остается. Четвертый уклон. Ну, второй уклон. Это жесть просто. Ну, камон, точность выпала пятая. Ну, камон. 30 тысяч самоцветов остается. Вот, 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 Саша говорит. Ну, на двадцатку там это, двадцатку оставь для созвездий. Типа пароль героев и двадцатку оставь для созвездий. Мне кажется, что все-таки уклон нужнее, чем эти герои в коллекции. Ну, хотя они тоже важны для судьбы. Так, третий уклон, пятая точность. Отлично просто. Уже сколько раз пятая точность выпала. Но уклона нету. Да давай ты, ну ты серьезно. Второй уклон. Даже не пахнет уклоном. Две пятые атаки. Вот сколько раз уже сегодня по две пятых атаки выпадало. Еще одна пятая точность. Ну а правильно, ну а хули, а зачем уклон давать? Ну а че, нормально. 24 тысячи самоцветов осталось. Просто. У меня 6 тысяч накоплено на основном аккаунте. Я такой думаю, надо там паролить и уклон, да? То есть пятый, ну, грубо говоря, тоже мне там осталось по 450 ролить. Я такой, ой, выбью, выбью. Ну, я как бы так думаю, я могу за эти накопленные 6 тысяч не добить ей пятый уклон. Все, остается меньше 20 тысяч самоцветов. Блин. Просто, просто шикарно, шикарно. Вот реально, то есть, когда уже ролишь по 450, а ну-ка, давай-ка мы не дадим пятый уклон, да? То есть, когда по 150, по 200 ролишь, то, ну, еще как-то он дает. Ну, а когда за 450, ну, а нахера? Ну, типа, ну, а что? Ну, а нахера? Не знаю, давай два раза ударим. Пепельная Матрона, Берсерк, приди. Собьем рандом немножко. Озари. Хладный призрак Фрэнки. Стрелок. Попадали герои. Ай, ну, ну, конечно, не те, что надо. Но мы возвращаемся. Давай, мисс Магия, снаряжение. Так, созвездие. Так, все, замочки стоят, давай. Уклон пятый приди... О! Сбил рандом, и он пришел. О, боже. О, боже. О, это случилось. О! А то я уже думал, потратим 50 тысяч самоцветов, мы и не сможем собрать уклон. Ну что, а теперь давайте Пепельную Матрону пытаться выбить и Берсерка. Если, конечно, это получится сейчас сделать, по сути, за 10-12 тысяч, то это будет супер удача. В чем я, конечно, сомневаюсь. Оу! Но на это очень надеюсь, хотел сказать я, друзья. И поздравляю Сашку с Пепельной Матроной. Слушайте, я, в принципе, выполнил программу максимум. Понимаете? Но если Берсерка выбью, это будет супер максимум программа. Но как бы вот за вот, вот сейчас за это и как бы и ёлки-палки уклон собрал, и еще одного героя для коллекции в судьбу выбил, и это все за 50 тысяч самоцветов, но это прям меня Сашка должен расцеловать. В засос причем. Ну вот. А его девушка при этом не должна ревновать. Она такая, а, ну, блядь, ладно, целуйтесь, вот. Вы не геи. Просто он уклон выбил Пепельную Матрону. Вот, типа, как бы нормально все, нормально. Просто у Сашки натуралы любят целоваться. Вот.
Я думаю, что на этом все. А, боже, божечки, я забыл прорекламировать гильдию. Гильдию Лос. Ребзя, топ-8 по силе, блядь. Вступайте, пожалуйста. Еще как-нибудь стою на стриме, прорекламирую. Короче, ребятушки, информация вся у вас на экране. Принимаются игроки от 650 тысяч. Всех целую в помидоры. Вот, проверяйте, пожалуйста, колокольчики. Это вот прям очень легко сделать. Вот я вам покажу на телефоне. А, нет, я не покажу на телефоне, потому что он выключен и заряжается. Короче, всем пока, друзья.